Год исторической памяти напоминает Бобруйску, как важно сберечь и приумножить все доброе и ценное, накопленное старшими поколениями. Как дорого все то, что создано нашими руками. В микрорайоне Молодежный открывается 85-й детский сад. Учреждение распахивает свои двери для 240 малышей. На карте города появляется и аллея трудовой славы. Креативные инсталляции в виде кубов отображают вехи развития крупнейших предприятий, их историю и современность. Бобруйск признают лучшим по итогам соревнований по социально-экономическому развитию региона и заносят на областную доску почета. В 2022-м активно обновляются дороги. Объем выполненных работ превышает 260 тысяч квадратных метров. Возобновляется масштабная реконструкция Титовского моста. Не прекращается и строительство жилья. Возводят свыше 70 тысяч квадратов. Особое внимание многодетным. Мы продолжили поступательное движение вперед и достигли положительной динамики по ключевым направлениям развития. Индустриальным сектором Бобруйска в прошлом году обеспечен выпуск четверти объема промышленной продукции Могилевской области. Прирост объема производства составил более 30%. По традиции на главной сцене Бобруйска подводят итоги прошлого года. В зале представители трудовых коллективов, администрация города и руководство области. К событию всегда подходят ответственно и грандиозно. Анализируют проделанную работу в экономике, строительстве, торговле, медицине, образовании, спорте и культуре. Здесь же ставят планы на 2023. Год был непростой. Санкционное давление, другие проявления внешние, которые неким образом влияли на экономику, на развитие регионов. Но практика показывает, там, где на месте кадры, где есть руководитель, результат всегда есть. Я думаю, 2023 год будет еще более удачным для города Бобруйска, и те задачи, которые стоят, будут выполнены. В холле свои бренды традиционно презентуют городские предприятия. Свежая выпечка, натуральные колбасные изделия, ароматные десерты и разнообразные напитки. От изобилия разбегаются глаза. Бабушкина Крынка предлагает фруктовые йогурты на основе сыворотки с добавлением сока. Компания – лидер по количеству наград на международной выставке «Продэкспо-2023». У стенда красного пищевика, как всегда, много сладкоежек. Все спешат попробовать новинки. Это импортозамещающий инновационный продукт. Конфеты на основе карагинана «Золотая пчелка», конфеты эти с начинкой, а также торговая марка «Тинки» – жевательный мармелад. На втором этаже творческий потенциал демонстрируют дети. Почетным гостям показывают свои разработки в 3D-моделировании, робототехнике и программировании. Здесь же разворачивается выставка лучших патриотических проектов. Макеты полей сражений и сожженных деревень, которые знакомят со страницами военной истории. Квест-игра по местам боевой славы для самых маленьких. Всего и не перечесть. Очень много современных направлений мы открываем ежегодно. Наши учащиеся участвовали в различных мероприятиях, конкурсах и соревнованиях. И в этом году в Центре дополнительного образования было проведено рекордное количество соревнований республиканского уровня. В 2022-м Бобруйск расширяет экономические горизонты. Прибыль от реализации продукции увеличивается в 2,5 раза. Рентабельность продаж – 8%. Это самый высокий уровень за последние 9 лет. Город на 14% прирастает и по экспорту. Достигается рекордное сальдо внешней торговли товарами и услугами – 200 миллионов долларов. Качество наших изделий по достоинству оценивают в 57 странах. Для нашего предприятия год сложился очень удачным. Даже на фоне падения связей международных нас это не коснулось. Мы в основном работаем с Россией, работали с Украиной, работали с Прибалтикой, но незначительные объемы. Основной объем до 40% у нас уходит на Россию. Прошедший год был действительно для нас успешным. Мы выполнили все доведенные показатели по индексу физического объема, по экспорту продукции. Ну, прежде всего хочу сказать, что это слаженная работа нашего всего коллектива. От станочника до замдиректора. В числе лидеров ТАИМ, типография имени Непогодина, универсал Бобруйск, завод КПД и Бобруйский сборочно-механический. На результат работают также ТДИА, Бобруйск-Сельмаш, Пинскдрев Бобруйск, Красный пищевик и многие другие. Большинство оперативно перестраивают свою работу в условиях санкционного давления. Более того, налаживают выпуск импортозамещающих товаров на 100 миллионов долларов. Несмотря на определенные трудности строительной сферы для нашего региона, мы успешно обеспечили рост, обеспечив выручку на уровне 67 миллионов или 107% к уровню прошлого года. Значит,
своевременно обеспечивали все обязательные платежи в бюджет, исполняли обязательные заработные платы. В первую очередь хочется сказать, что нам очень приятно в том, что второй год подряд мы получили такую высокую оценку за наш нелегкий, порой незаметный, но очень важный, необходимый труд. Это заслуга нашей команды, нашего коллектива. Поэтому только вперед. Динамично развивается система образования. Завоевано около 1500 дипломов различных уровней. Победителями Республиканской олимпиады становятся 17 человек. Стипендиатами специального фонда президента 21. Укрепляется и материально-техническая база. К новому учебному году проводится капитальный ремонт в 4 школах. Обновляется мебель в кабинетах, оборудование в пищеблоках. Благоустраиваются спортплощадки и беговые дорожки. В целом год для учреждения был очень ярким, запоминающимся, плодотворным. Порадовали наши олимпиадники, запомнились яркие победы в областных и республиканских конкурсах. Конечно же, формулой всего успеха является слаженная и конструктивная работа нашего педагогического коллектива, учащихся и их родителей. Значительные средства вкладываются в здравоохранение. Приобретается медоборудование почти на 6 миллионов рублей. Закупаются аппараты ультразвуковой диагностики, искусственной вентиляции легких, электрокардиографы и центрифуги. За счет городского бюджета завершается строительство системы лечебного газоснабжения больницы скорой медицинской помощи имени Марзона. И реконструируется рентгендиагностический кабинет 3-й поликлиники. 2022 год вошел тоже в историю и нашей поликлиники, потому что именно в этом году мы достигли высоких показателей в нашей работе. Это показатели здоровья прежде всего, это показатели, которые направлены были на мотивацию населения на ведение здорового образа жизни. И это та работа, которая была направлена на достижение цели устойчивого развития города Бобруйска. 2022 – это еще и год патриотизма. Автопробег за единую Беларусь, выставки, посвященные геноциду белорусского народа, передвижной музей, акция «Беларусь помнит», День народного единства, столетие пионерии. Перечислять можно долго. Мы, как никто другой, бережем уверенное будущее и независимость своего государства. Ведь когда есть мирное небо, можно развивать и экономику, и семью. Держим курс на мир и созидание. Татьяна Горбач, Ольга Лосенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галионко, Бобруйск 360.